эфире служба новостей «Саров-24» в студии Марии Рунич. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Отдых и оздоровление. Детская поликлиника предлагает саровчанам путевки в санатории. Вечеринка в белом. Студия социальных танцев провела мастер-класс в вейк-парке. ФК «Саров» против «Торпедо» из Павлова. На стадионе «Икар» прошла встреча в рамках областного чемпионата. Далее расскажем обо всем подробно. Детская поликлиника КБ номер 50 предлагает саровчанам бесплатные путевки в санатории. Дети в сопровождении родителей могут оздоровиться в учреждениях по нескольким направлениям, среди которых общетерапевтическое, дерматологическое и другие. Для оформления документов необходимо обращаться к заведующим отделениями детской поликлиники по месту жительства. Подробности далее. Летние каникулы – время восполнения сил перед новым учебным годом. Отдохнуть и оздоровиться без больших затрат для семейного бюджета можно не только в загородных лагерях. Детская поликлиника предлагает юным саровчанам и их родителям бесплатные путевки в санатории. Сегодня свободно несколько мест в учреждениях различной направленности для детей старше 4 лет, имеющих хронические заболевания. Если раньше мы могли направлять детей с диагнозом «часто болеющий ребенок», то уже в соответствии с последними приказами отбора на санаторно-курортное лечение данный диагноз уже не звучит. Саровчанам предлагают оздоровиться в санаториях ФМБА России. Получить путевки могут не только сотрудники ядерного центра, но и работники других учреждений города. Обязательное условие – ребенка должен сопровождать взрослый, который тоже получит необходимое лечение. Санаторно-курортное лечение – это, конечно, комплекс всего, да? То есть это физиолечение, это лечебная гимнастика, это массаж, ну и вообще как бы сам климат, куда едет ребенок, это же тоже благоприятно влияет на состояние и здоровье ребенка. Направление лечения определяет педиатр. Происходит это после того, как родители напишут соответствующие заявления. Медики советуют не откладывать и подавать документы заранее, иногда даже за несколько месяцев до предполагаемой поездки. Сложнее попасть в санаторий в летний период. В осенне-зимний свободных мест больше. Санаторий, он работает по своему профилю, то есть в соответствии с основным диагнозом подбирается необходимый, нужный санаторий данному ребенку. В период с августа по октябрь свободно несколько бесплатных путевок по общетерапевтическому и дерматологическому направлениям. Более подробная информация в детских поликлиниках по месту жительства. В тихом и на первый взгляд безопасном Сарове нередко случаются происшествия. Поздним вечером мужчина стоял возле подъезда по адресу Силкина, 32. К саровчанину подошла компания сомнительных молодых людей. Правонарушители потребовали, чтобы мужчина отдал им все ценные вещи, и только в этом случае они не нанесут ему телесных повреждений. Саровчанину пришлось попрощаться с бумажником. Однако свое слово злоумышленники сдержали и отпустили потерпевшего. Чем еще запомнилось прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. За эту неделю саровчане совершили 10 краж, одна из которых произошла в магазине «Евроспар» на улице Силкина. Женщина расплатилась за продукты и забыла на кассе свой кошелек, в котором остались не только наличные деньги и карточки, но и документы. По видеокамерам видно, что после того, как она отошла от кассы, где оставила свой кошелек, женщина с коляской сразу его забирает и передает своей знакомой. И они вдвоем выходят из магазина. По словам сотрудников УВД, изображение на видеозаписи четкое, поэтому лица, присвоившие себе кошелек, совсем скоро будут установлены. Но пока этого не произошло, женщинам советуют добровольно вернуть чужое имущество. В противном случае им грозит наказание по статье кража. Еще одно уголовное дело на этой неделе возбуждено на 34-летнего саровчанина, который решил организовать у нас в городе незаконный бизнес. Гражданин К. приобрел у неустановленных лиц немаркированные табачные изделия для дальнейшего сбыта. Приобрел в городе Москва 1800 таких пачек для дальнейшей реализации в городе Саров. Что касается ситуации на дорогах, за прошедшую неделю было совершено 5 дорожно-транспортных происшествий, одно с пострадавшим. Произошло оно в выходной день на перекрестке улиц Арзамасская и Зернова. Водитель 79-го года рождения, женщина, управляя машиной Volkswagen Golf, при повороте налево на перекрестке по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу мотоциклу Honda под управлением водителя 86-го года рождения. Стаж у него с 9-го года, 2009-го, который двигался также по зеленому сигналу светофора и совершилось с мотоциклом столкновение. В результате водитель мотоцикла получил многочисленные переломы и ушибы внутренних органов и был госпитализирован в реанимацию. Пострадала и пассажирка автомобиля. В итоге она также получила ушибы внутренних органов и перелом таза. Была осмотрена врачами и госпитализирована в травматологию.
Саровское отделение Союза десантников приглашает всех причастных к службе ВДВ на традиционный митинг 2 августа. Он начнется в 10 утра у мемориального комплекса «Вечный огонь». После торжественной части и награждения активистов объединения десантники поедут на городское кладбище, чтобы благоустроить могилы саровчан, погибших при исполнении служебного долга. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, продлевающее программу льготного кредитования при покупке автомобилей до 2020 года. Речь идет о таких социальных программах, как первый автомобиль и семейный автомобиль. Они действуют с 2015 года и позволяют кредитным организациям давать скидку на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. Во вторник, 31 июля, в Центре поддержки предпринимательства пройдет круглый стол на тему «Финансовая поддержка бизнеса». Его участники узнают об обновленных продуктах по программе микрофинансирования, о субсидиях для малого и среднего бизнеса и многом другом. Записаться на круглый стол можно по телефонам 99264, 99263 и 99262. Он начнется в 15 часов. 10 августа под Выксой стартуют открытые городские соревнования, чемпионат и первенство по виндсерфингу 2018. Состязание пройдет под эгидой Саровской Федерации виндсерфинга. Спортсменов и зрителей приглашают на акваторию пруда Запасный. Соревнования будут идти 3 дня и завершаться 12 августа. В Москве завершился очный этап всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города». В нем приняли участие более 1500 человек из 85 субъектов страны. Саровчанка Виталина Иошкина из станции юных натуралистов представила на конкурсе свой проект «Оформление цветников на пришкольной территории», защита которого проходила в Общественной палате Российской Федерации. Гортензии, ромашки, ельники – этим пришкольным клумбам позавидуют даже заядлые цветоводы. А придумал их не дизайнер со стажем, а ученица 7-й школы и воспитанница станции юных натуралистов Виталина Иошкина. Несколько лет назад девочка решила добавить красоты в окружающую действительность. Ее идею поддержали педагоги станции. Когда я была еще в 5-м классе 3 года назад, ко мне пришла идея оформить наш пришкольный участок цветниками. Я пошла к своему преподавателю, она согласилась и говорит, давай попробуем. И мы решили заняться. Сначала мы начали. У нас 3 цветника – угловой, центральный и ельники. Виталина представила свой проект оформления цветников на пришкольной территории на городских и областных фестивалях, а совсем недавно приняла участие во всероссийском конкурсе «Идеи, преображающие города» в Москве, где получила диплом 3-й степени и была награждена путевкой в Международный детский центр «Артек». Я выложилась по максимуму, мы готовились очень долго, мы каждый день занимались, мы отрабатывали доклад, мы все детально прорабатывали, также вопросы. Несложно, я думаю, было. Главное – это, наверное, желание. Если есть желание, то есть и возможность. В конкурсе приняли участие более 1500 человек из 85 регионов страны. Организаторы поставили перед собой цель поддержать талантливых молодых ребят, которые активно участвуют в создании проектов благоустройства городской среды. Проекты были представлены в 4 номинациях: благоустройство дворов, формирование общественных пространств, благоустройство территорий при учебных заведениях и малые архитектурные формы. Школа социальных танцев провела в Вейк-парке традиционную вечеринку в белом. Обычно обучение этому направлению проходит в студии, но летом при хорошей погоде преподаватели устраивают мастер-классы вечеринки под открытым небом. В этот вечер каждый желающий смог узнать, что такое сальса, бачата и кизомба. Обстановка Вейк-парка в сочетании с музыкой создавала неповторимую летнюю атмосферу. Каждый год в середине лета танцевальная студия «Ларда» собирает в одном месте всех, кто давно мечтал научиться латиноамериканским танцам. Мероприятие как магнит притягивает людей разного возраста и интересов. Побывать на вечеринке, проводимой 3-й год подряд, для некоторых становится уже доброй традицией. Душа рвется на вечеринке прийти, пообщаться с ребятами, потому что у нас уже свой такой сложившийся костяк. У тебя мысли отправляются в полет, я бы так сказала. Но я получаю колоссальное удовольствие от танца. Научиться социальным танцам в этот вечер пришли большое количество горожан. В этом году местом для проведения вечеринки вновь стал Вейк-парк. Гости получили возможность потанцевать у самой воды под светом ярких софитов. Обстановка этого места в сочетании с музыкой создала по-настоящему летнюю атмосферу. Отдыхаю эмоционально и физически, можно сказать. От повседневности. Руководитель танцевальной студии «Аларды» Андрей и Екатерина Топтаевы точно знают, что социальные танцы, как и любые другие, требуют определенных умений и навыков. Но научиться им может каждый. Мы танцуем не только здесь, под открытым небом,
Стараемся везде. Да, да. Где можно взять, поставить колонку, включить музыку и начинать танцевать, нам, мне кажется, ничего не мешает. Все гости White Party смогли не просто приятно провести праздничный вечер, но и стать участниками мастер-классов и различных розыгрышей. Завершилась вечеринка в белом праздничным салютом. Гонка преследования, спринты и эстафета. В нашем городе завершились российские соревнования по лыжероллерам среди юношей и девушек до 21 года. За золотые медали боролись порядка 200 спортсменов из Липецка, Белгородской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга и других городов нашей страны. По итогам соревнований прошли сразу две церемонии награждения – в молодежном центре и на улице Строителя Захарова в день закрытия первенства. В перерыве между спортивными баталиями на лыжероллерной трассе участники первенства России собрались в актовом зале молодежного центра. Повод – подвести промежуточные результаты по итогам уже прошедших гонок и вспомнить главные события этого года для лыжников нашей страны – зимнюю Олимпиаду в Корее. Чувствовала, что за спиной стоит вся страна. Чувствовала, что все смотрят, кому это интересно, кому это важно. И из-за этого прибавлялось очень много сил, повышался настрой на гонки. На пьедестал почета на сцене молодежного центра поднимались победители и призеры по итогам первых двух дней соревнований в дисциплинах пролог и гонка преследований. Не остались без внимания наставники будущих чемпионов, а также те, кто внес свой вклад в организацию всероссийского первенства на территории нашего города. Саровский асфальт очень быстрый. Я вам реально желаю идти по жизни с такой же скоростью, не бояться падений, потому что на ошибках учишься гораздо быстрее, чем на победах. И вам больших успехов в большом спорте. Саровские спортсмены заявили о себе уже с первых дней соревнований. Золотую медаль по результатам пролога и бронзовую в гонке преследований завоевал воспитанник спортивной школы «Атом» Павел Сашков. Результатом доволен, но всегда хочется лучше. Если лучше не хочется, то значит, уже все добился, а я еще не все добился. Показать свое мастерство на таких состязаниях важно как в команде, так и каждому лыжнику в частности. Всероссийское первенство среди юниоров – это отборочный этап Кубка России и смотр кандидатов в национальную сборную. В заключительный день первенства на улице Строителя Захарова прошла эстафета. Это командная дисциплина, где общий результат зависит от каждого участника. Во-первых, развивает чувство коллективизма, и каждый спортсмен должен пройти эту дистанцию или свой этап не только за себя, но и за своего коллегу. Всероссийское первенство по лыжероллерам наш город принимал в четвертый раз. В заключение последнего соревновательного дня лучшие спортсмены вновь поднялись на пьедестал почета за заветными наградами. Футбольный клуб «Саров» провел первую после перерыва домашнюю игру в рамках чемпионата Нижегородской области высшей лиги. Наша команда приняла на своем поле «Торпедо» из Павлова. По итогам 9 туров ФК «Саров» заработал 11 очков и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице. О том, как прошла домашняя встреча, расскажем в следующем репортаже. Встреча футбольных команд проходила не в самых благоприятных погодных условиях. Температура воздуха приближалась к 35 градусам, и даже слабый ветерок не приносил прохлады. Международная федерация футбольных организаций ФИФА рекомендует при такой погоде делать в игре два перерыва на 30-й и 75-й минуте. Пока футболисты восстанавливали силы, тренеры корректировали тактику игры. Помедленнее все выглядят и устают быстрее. Сложнее, намного сложнее играть в такую погоду. Счет открыли лишь на 17-й минуте матча. Игроки из «Торпедо» воспользовались удачным моментом в штрафной зоне, и в результате мяч оказался в воротах саровчан. Спустя 8 минут наши футболисты провели грамотную атаку и, сумев обойти защитников из Павлова, забили гол в ворота соперников. На перерыв команды ушли со счетом 1-1. Ну, по первому тайму могу так сказать. Вроде как территориальным преимуществом мы владели, но свои моменты не использовали. Футбольные команды «Саров» и «Торпедо» – давние соперники, уже не раз встречались в рамках чемпионата области. Но в этом году это их первая встреча на поле. Уже после первого тайма саровчане смогли сориентироваться и выявить слабые и сильные стороны соперника, что позволило скорректировать тактику игры во втором тайме. Защита у них довольно возрастная, этим надо воспользоваться, то есть быстрые контратаки производить и вообще более быстро игру надо ускорить, больше пасов обостряющих. Во втором отрезке ни одна из команд не смогла реализовать атаки и контратаки. Матч завершился в ничью 1-1. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.